Друзья, на связи ПАМ «Автотрейд Импорт», и сегодня мы хотим познакомить вас с корейским премиум Е-класса Hyundai Grandeur, который точно составит конкуренцию любому немецкому конкуренту. Друзья, и это тот автомобиль, который толком не успел выйти на рынок, как уже побил все рекорды. 109 тысяч предзаказов в первый день презентации. Что ж, давайте посмотрим, что в нем такого интересного. Дизайн автомобиля однозначно шагает в ногу со временем. Тут вам и монобровь спереди и сзади, и огромная решетка радиатора, ручки с электроприводом и кузов похожий на лифтбэк, хотя это полноценный седан. Но также тут имеются и спорные решения. Например, поворотники спрятаны вот в эту темную полосу, которую вы не сразу заметите, а задний ход расположен вообще снизу. Автомобиль с атмосферным 2.5 бензиновым мотором, мощностью 198 лошадиных сил, с классическим автоматом и передним приводом. Данная связка очень надежна и никогда вас не подведет. В салоне все дорого, качественно и привычно. Два цифровых дисплея. В отличие от конкурентов, панель управления климатом с физическими кнопками, и только обратите свое внимание на необычный руль, а также селектор коробки передач. Тут Grandeur явно выделяется среди своих конкурентов. Сиденья выполнены из натуральной кожи с перфорацией. Они имеют вентиляцию и массаж, а также очень удобную опцию раскладывания с одной кнопки. Теперь вам не нужно будет нажимать на эти кнопки и ждать, пока она разложится, в ожидании своего босса. Сзади установлен очень удобный диван, подлокотник с подстаканниками и шторка. Кстати, сиденье переднего пассажира можно с комфортом передвинуть вперед при помощи этих кнопок. Все сиденья и руль с подогревом, мультимедиа с сенсорным дисплеем, очень стильная алюминиевая вставка на торпедо, ниже располагается ниша с беспроводной подзарядкой для вашего телефона и очень функциональные подстаканники. Друзья, и вы только обратите внимание на ключ, ничего не напоминает. Кстати, с помощью него можно активировать парковочный ассистент и выкатить автомобиль вперед из узкого места, либо наоборот его туда загнать. Багажник у данного автомобиля с электроприводом, но вы никогда не узнаете, как в него попасть. Хотя сегодня я, пожалуй, расскажу вам этот секрет. Верхняя сенсорная кнопка на логотипе, и вы попадаете в багажник объемом почти что 600 литров. Ну что, друзья, как вам краткий обзор на этот крутой корейский премиум? Ну а я напоминаю вам, что данный автомобиль в продаже в нашем автосалоне. Любая форма оплаты, без дополнительно навязанных услуг. Возможно, покупка в трейд-ин, кредит, в лизинг за наличные. По любым вопросам пишите нам личные сообщения, либо звоните по номеру телефона.